Всем привет! Как быстро убрать запах изо рта? Во-первых, причиной неприятного запаха изо рта может быть парадонтоз, кариес, пульпит, зубной камень. Следует сразу же обратиться к стоматологу. Экспресс-методы. Во-первых, это жевание лимона, лайма. Также кофе. Просто можно выпить чашечку кофе или погрызть 3-4 кофейных зерна. Также хорошо помогает веточка гвоздики, все, что нужно, пожевать ее в течение нескольких минут. Гвоздичное эфирное масло, выделяемое из растения, освежит ротовую полость. Хорошо скрыть запах изо рта поможет можжевельник. Ягоды рекомендуется жевать в течение нескольких минут. Кислые яблоки также могут бороться с данной проблемой. Фрукты избавят от налета и неприятного запаха изо рта. Чтобы избавиться от проблемы, рекомендуется пожевать в течение нескольких минут кедровые орешки или жареные семечки. Если ежедневно употреблять по пол чайной ложки прополиса, то это способствует устранению запаха и ускорит регенерацию слизистой оболочки. Раствор соли также помогает избавиться от проблем. Для этого 2-3 минуты можно пополоскать рот солевой жидкостью. Он убивает запах и бактерии. Если утром полоскать рот любым растительным маслом, то это избавит от несвежего дыхания на несколько часов. Всем успехов!